Приветствую вас. В первую очередь, как психолог, я должен сказать, что, вероятно, вы не уверены в себе и, вероятно, вы боитесь, что мужчина вас бросит. Также, по-видимому, вы смотрите на человека несколько снизу вверх, потому что, пытаетесь завоевать его, пытаетесь удержать его. Что для уверенного в себе человека не есть хорошо, но далеко не самая лучшая история, когда женщина пытается сделать подобные вещи. Следующее. Мужчины скорее демонстративные. В смысле, что это проявление игры больше, это проявление страсти больше. Но именно любви я там не вижу. Хотя это и чисто мое мнение. Другой вопрос, что, простите, не во всяком поцелуи, особенно поцелуи на камеру, на фото камеру. Это самая любовь может проявиться. Поэтому торопитесь делать выводы. В том числе далеко идущие выводы, да? Вот. Дальше. Хотелось бы понять, почему вы сомневаетесь в том, что вас любят, и почему вас волнует то, любит ли вас. То есть вас волнует не то, любите ли вы, на мой взгляд, куда более важно. А вас волнует, любят ли вас? То есть это тоже вопрос, и вопрос достаточно, на мой взгляд, серьезный, потому что если вы ориентированы на то, любят ли вас, а не вы, то можно, конечно, говорить уже в какой-то степени о характере вашего взаимодействия с человеком, да, с мужчиной, например. Поэтому история здесь в целом, она вот такая. И того. Получается, на мой взгляд,
следующая ситуация. То вы не уверены в себе и, собственно, проецируете на человека свою неуверенность в себе. Я думаю, что в какой-то степени вы боитесь проявлять свои чувства и, по большому счету, на данный момент больше играете. Ну, в отношениях, нежели чем, как бы, ну, проявляете какую-то искренность. Хотя я, безусловно, могу ошибаться и, безусловно, могу быть неправ. Это просто мое такое предположение. В целом, я бы, конечно, обратил бы внимание на ваши собственные страхи, конфликты, переживания, сомнения, элемент недоверия, чтобы с человеком быть, грубо говоря, максимально естественным. Вот. Ну, максимально естественным. Вот, максимально аутентичным. То есть, ну, грубо говоря, максимально, чтобы максимально быть собой. Вот. На мой взгляд, это самое лучшее, что можно сделать для того, чтобы получить какие-то реальные шансы на то, чтобы, ну вот, сохранить отношения, да, то есть, ну, если вы хотите этого, да, то есть, если вы хотите сохранить отношения с человеком, вот, своим молодым человеком, то здесь вот нужно, наверное, все же примерно таким образом, как мне кажется. Да, естественно, я не настаиваю ни на чем и не говорю, что вам нужно поступать каким-то обязательно определенным образом. Нет. Я просто говорю о том, что вот для вас, если вы хотите, ну, действительно быть человеком, ну, допустим, быть человеком счастливым, счастливый, вот, ну, вероятно, имеет смысл обратить внимание на вот те вещи, которых я пытаюсь вам сказать. Вот. Это то, что это все, что я на данный момент могу вам озвучить с точки зрения психологии. Конечно, этого мало, я думаю, но с учетом того, что вы
вообще обращаются за анализом поцелуя. С учетом этого, я думаю, что того, что я сказал, более чем достаточно. Я думаю, что у вас в отношениях на данный момент присутствует больше игры, нежели чем искренности. Вот это нормально, в этом ничего плохого нет абсолютно. Я думаю, что в какой-то степени может быть даже это хорошо. Вот, главное, чтобы, ну, чтобы вы не ожидали чего-то, чтобы вы не ждали чего-то, чтобы вы не, ну, чтобы вы не тешили себя какими-то иллюзиями, да, в том числе ложными, потому что это может ну, причинить боль. Вот, с другой стороны, поработать над своими чувствами, да, и, скажем так, повысив в некоторой степени, например, свою осознанность, да, вы можете, в принципе, этой проблемы также избежать. Вот. Ну, если, конечно, хотите. Если, конечно, хотите. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего доброго. Я надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом. Вот я надеюсь, что вы обязательно обратитесь за помощью, если потребуется. Вот. Всего вам доброго и удачи.